Всем привет! Сегодня распаковка с сайта AliExpress. Здесь такое приспособление пришло. Называется он ручная динамо-машина. Это ручной генератор. Вот если крутить, он вырабатывает 5,5 вольт. Можно, допустим, в экстренных случаях подзарядить аккумулятор на батарее, в телефоне. Здесь USB выход есть. Вот смотрим, как он сейчас будет заряжать. Допустим, если нет электричества нигде, ну, экстренная ситуация, так вообще нет ничего, ни солнца, ни солнечной батареи, ни розетки. Вот, как видим, зарядка идет. В общем, не знаю, сколько он сейчас заряжается, по времени крутить не буду. Но сделать, допустим, экстренный вызов, я думаю, хватит накрутить. Но он такой, да, для чрезвычайных ситуаций. USB лампа у меня такая, если ноутбук подсветить, допустим, в темноте. Вот. Светит как. Есть вот такая у меня еще, тоже светодиодная. Ну, такие фонарики были в СССР, они вот так просто нажимались руками. А здесь китайцы вот такие. Ну, тут вентилятор тоже для ноутбука. Вот, как видим, вентилятор работает, дует. То есть эта штука свои функции выполняет. Там есть синие и черные. Ссылку в описании оставлю, смотрите, кому надо. Стоит она, не помню сколько, 250 рублей, что ли, отдал. Ну все, всем пока.